Нет. Нет. Этого не может быть! Господи, Лили! Это я! Где ты? Господи, она наверху! Что произошло? Я тут, Лили! Я тут! Черт, где же она? Папа, ну где ты? Лили! Выходи! Лили, где ты? Я пришел. Папа здесь. Нет, папа, ты не пришел. Кидман? Привет, Себастьян. Давно не виделись. 3 года. Я тебя разыскиваю уже 3 года. Ну а где ищешь-то? На дне бутылки? Так что ли? И какого черта ты явилась теперь? Ты не мог найти меня, потому что они не хотели. Ну-ка, успокойся. Ты знала, что должно было произойти в больнице, да? То, что произошло в маяке, осталось в прошлом. Ты должен забыть. Ты говоришь, как треклятый мозгоправ, к которому меня послали. Но он не знал ответов. А ты знаешь. И ты расскажешь мне. О Мёбиусе. Вот почему я пришла. Откуда у тебя это? Твоя Лили жива. Она погибла. Я видел полицейский отчет. Я был на похоронах. Мы способны даже историю переписать. А уж инсценировать смерть и подавно. Я не стала бы к тебе приходить, только чтобы соврать. Лили жива. И она у нас. Но она в беде. Ты должен помочь ее спасти. В каком смысле? Что вы с ней сделали? Убери от меня руки! Лили!
Я надеялась, что ты пойдешь добровольно, Себастьян. А уговаривать тебя времени нет. Ты нужен нам. Ты нужен, Лили. Себастьян, ты проснулся? Хорошо. Да, отлично. Где мы? Это одно из наших зданий. Так это Мёбиус Всемогущий, да? Следи за тем, что говоришь. Знал бы ты, какая у них власть. Ну да. Такая власть, что им пришлось похитить бывшего копа, чтобы он помог. Ну, хотя бы твой чудовищный сарказм на месте. Хватит с меня этой чуши. Где Лили? Терпение. Ты получишь ответы на все вопросы. То, что случилось в психиатрической больнице «Маяк» — прискорбная неудача. Но с помощью новых знаний мы создали новую, усовершенствованную систему STEM. При чем здесь вообще моя дочь? Только представьте, миллионы сознаний, слитых воедино. Счастье для одного — это счастье для всех. Эта машина, это чудо, приведет человечество к истинному величию. Но для начала потребовался разум, чистый и невинный, способный вместить тысячи личностей. Чистый разум ребенка. Вы подключили Лили к этой машине? Ваша дочь особенная. Самый стабильный кандидат на роль ядра из всех. Благодаря ей... Новая система STEM работала успешно. До недавнего времени. Чуть больше недели назад Лили пропала. Перестала подавать сигналы. И пространство STEM начало разрушаться. Мы решили, что это технический сбой, который легко починить, и отправили внутрь группу наших агентов. Но мы потеряли связь с ними, а затем со STEM. Подумайте, мистер Кастелланос. Я даю вам уникальный шанс. Не просто увидеть свою дочь, но и спасти ее жизнь. Вы столько лет корили себя, что не сумели. Можете спасти или бросить умирать. Выбор за вами. Удачи, Себастьян. Если встретишь там кого-то из наших, постарайся сотрудничать. Я знаю, ты нам не веришь, но у тебя с ними общая цель. Ничего, я и сам справлюсь. Только помни, как только обнаружишь Лили, сообщи, чтобы мы начали извлечение. Я буду снаружи на связи. А кое-кто будет с тобой там, внутри. Ты готов? От тебя многое зависит. Будь осторожен. Вход в STEM через 3, 2, 1.
Неужели? Где я? Я знаю, что с этим трудно смириться, Мира. Но она умерла. Наша девочка умерла. Нет. Я не смирюсь с этим. И если ты не поможешь мне, я сама узнаю правду. Что за чертово место? Детектив, получен вызов. Неважно, Себастьян. Главное, ты добрался. Как ощущения? Ужасно. Будто у меня жуткое похмелье. Ничего, это пройдет, когда мозг адаптируется. Ты находишься в зоне, отделенной от главной системы. Здесь мы можем поддерживать связь с тобой. Это место называется кабинет. Безопасная зона, созданная из твоих воспоминаний. Ах, воспоминаний? Раз так, где же моя жена и дочь? Смахивает на мой кабинет в полицейском управлении. Его формировало твое подсознание. Претензии предъявляй себе. Ближе к делу. Мы отправили тебе кое-какую информацию. Видишь что-нибудь незнакомое? Снимки нескольких агентов Мёбиуса. Это ваша пропавшая группа? Она самая. Найдешь кого-то, дай знать. Внутри STEM мы можем связаться лишь с тобой. Они застряли в Юнионе. Они тоже ищут Лили. В Юнионе? Пространство STEM имеет форму небольшого города под названием Юнион. Отлично. Значит, ваших экспертов тоже надо спасать. Только ты и можешь это сделать. Спасибо за доверие, но у меня одна задача — найти Лили. Мы добавили данные. Просмотри их, прежде чем идти. Лили... Твоя группа, теперь я. Мы все застряли в STEM. И я не понимаю, почему нельзя всех просто вытащить из капсул и разбудить. К сожалению, так не получится. Без ядра мы не можем работать с системой. Если попытаться вырвать людей из STEM, они умрут. А их сознание навсегда останутся в системе. Чудесно. В Мёбиусе умеют все тщательно продумать. Твой сарказм не поможет решить наши проблемы. Тебе нужно найти Лили. В противном случае она, ты и все остальные погибнут. Бейкер, командир группы. Этого парня желательно найти первым. Харрисон, боевые взаимодействия. Надеюсь, он может за себя постоять. О'Нил. Они не ждали неприятностей, иначе не отправили бы столько техников. Сайкс. Техник. Ну, хоть стрелковым оружием владеет. Хоффман. Психология и наблюдение? Наверняка себе на уме. Юнион, да? Типичный американский городок. Это специально, чтобы его считали спокойным и безопасным. Спокойным и безопасным. Полная противоположность маяку. В маяке мы не контролировали ситуацию. Да вы и сейчас ее не очень-то контролируете. Послушай, я не знаю, с чем ты столкнешься. Если потребуется информация, попробуй пообщаться с местными.
Опросить свидетелей, так сказать. Как ты учил меня в полиции. Ты никогда не была настоящим детективом. Ты тоже уже не детектив. Но придется взяться за расследование, ладно? Лили нарисовала меня. А потом все это сгорело со всем домом. Кошка? Не помню, чтобы у меня была кошка. Проектор для слайдов? Откуда моя память его выкопала? Из времен начальной школы? Кидман, ты меня слышишь? Как всегда. Ты бы не сказала мне о Лиле, если бы ваша поганая машина не сломалась. Я бы продолжал оплакивать свою дочь, а тебе было бы плевать. Не плевать, но сказать я не могла. Меня бы убили. Тебе можно верить? Зачем мне врать о таком? Чтобы манипулировать мной. Чтобы я вел себя как образцовый солдатик. Ты уже лгала мне раньше. Вся наша дружба была построена на лжи. Ладно, я понимаю. Не могу винить тебя за это. Ты никогда меня не поймешь. Ты ведь не теряла семью. У меня никогда не было семьи. Были просто два человека, которые привели меня в этот мир. И я была для них обузой. Лучше познать любовь и потерять? Ты это хочешь сказать? Возможно. По крайней мере, у тебя были те, кому ты дорог. Я понял. Спасибо, киса. Зеркало. Как в маяке. Наверное, выход. Почему моя память не делает обычных дверей? Значит, снова туда, в зазеркалье. Ну вот. О, Господи. Что там такое, Лили? Голова оторвалась. Ничего страшного. Мама все исправит. У нее золотые руки. Ну-ка. Себастьян, что с тобой? Все в порядке? У меня прекрасная семья, чудесная жена, умница и красавица. Конечно, у меня все в порядке. Обними меня, Мир. Ты слишком много работаешь. У тебя уже голова кругом идет. А ты не заболеваешь у меня? Huh.
Я вообще по адресу?